И сегодня, сейчас точнее, я хочу с вами поговорить от души. Всем, кто смотрит YouTube, кто каким-то образом решил для себя, что, может быть, стоит попробовать, не надо, лучше тогда не пробуйте. Если вы не можете для себя решить, что вы хотите стать здоровым человеком, не начинайте пробовать, потому что ваши пробы заведут вас просто-напросто в городской морг. Иначе ничего не будет. Вылечить заболевание на халяву, вот так вот просто послушав какого-то дебила, да, который вам рассказывает, что вам с сегодняшнего дня, особенно если вам после 50, и если вы больны, надо делать что-то определенное и назначает какие-то очень большие дозы, нет. Избавиться от болячек на халяву у вас не получится. Берем в жменьку мозги и начинаем работать. Вначале человек должен знать, что он должен делать. Понимаете? Знать, что надо делать. Делать то, что надо. И получить результаты вследствие этих дел – это абсолютно разные вещи. Если вы не посвятите всю свою жизнь до конца, не знаю, где вы возьмете деньги, меня это не интересует, чтобы жить и работать над собой, у вас ничего не получится. Нет халявы ни среди народных целителей, ни среди ортодоксальной медицины. Только хирурги решают кардинально вопросы. Сегодня я встретил свою приятельницу, которая рассказала мне, как ей удалили во влагалище все. От придатков, включая матку, включая все, потому что другого выхода не было. И она мне задала вопрос: Аркадий, я правильно поступила? Я говорю, конечно, да. Поэтому, если вы хотите что-то делать, постарайтесь для себя решить, насколько вы решили это делать. И медленно, потихонечку, собирая информацию, начинайте работать. И это для вас должно стать смыслом вашей жизни, а не какой-то частью между внуками, детками, собачками, работой, подружками и между дрочим, блядь, еще придумать какую-то херню, что-то выпить. Понимаете, да? АСД или еще что-нибудь. Вот так выпили что-то, да? И уже смотришь, как ваша душа периодически начинает отправляться то туда, то сюда, то туда, то сюда. Поэтому никакой халявы в этих вопросах нету. Я за свои слова отвечаю. Все.